Верхоянск – один из самых маленьких городов России. Согласно переписи в 2010 году, в нем прожило всего 1400 человек. Верхоянск – это городок, расположенный на реке Яна, в Якутии. Верхоянск называют полюсом холода. В 1892 году здесь была зафиксирована самая низкая температура на планете – минус 70 градусов. 7 месяцев в году в Верхоянске стоят морозы. Средняя температура в октябре здесь минус 15. В ноябре – минус 35, в декабре – минус 43, в январе – минус 45, в феврале – минус 42, в марте – минус 30, а в апреле – минус 12. Самая морозная зима в Верхоянске случилась в 1892 году. В этом году температура здесь 3 дня подряд держалась на отметке 70 градусов. Еще один интересный факт. В 2019 году на Верхоянск напала стая из 400 волков. Еще один претендент на звание полюса холода – якутское село Оймякон. Зимой здесь температура часто опускается до отметки минус 65 градусов. И на этом все. Если понравилось видео, поделитесь со своими друзьями, а также ставьте лайк.